не пьет и не курит, лучше бы пил и курил. Держал бы дома что-нибудь такое, я бы чаще к нему заходил, лучше бы пил и курил. Привет, друзья! Давно хотел приобрести данный девайс. И вот под Новый год мне Дедушка Мороз решил подарить его под елочку. Вот только что приехало это чудо техники. Да, где же елочка? Елочка. Под которой он должен лежать. Вот чудо техники. Это называется электронная сигарета E-Com-C. Только что привезли фирмы JoyTech. Чья? Ну, как всегда. Наша. В смысле китайцев. В смысле Китай. А вот такая обалденно приятная упаковка подарочная. Ну что, посмотрим, что внутри. Угу. Да, приятно, приятно, действительно. Вот само сие чудо. Посмотрим. Тяжелая зараза. Так, что мы тут имеем? Не мы, а вы. А, мы точно, да. Так, значит, вариатор, вариометр, то есть меняет напряжение, соответственно, мощность испарения. От 5,1 вольта до 10 вольт. Кнопка включения. Сейчас, минутку. Кнопка включения. Лампочка. Для того, чтобы включить, надо нажать 5 раз подряд быстро. Вот она загорелась. Ты так хорошо китайский знаешь? Да, я уже немножко изучил. Выключить то же самое. Нажимаем 5 раз. Так, что у нас внутри? Тут батарея. Тут у нас сменный испаритель. Жидкость заливается в эту колбочку. Какая жидкость? Тормозная? Нет, курительная. Вот, в подарок к этой сигарете нам дали 2 флакончика с курительной жидкостью. Camel и Parliament Silver. Вот, будем пробовать. Marlboro не было? Marlboro было, но я взял пока эти, попробую. Так, смотрим дальше. Гарантийный талон. Что приятно, инструкция на русском языке. По-моему, даже на украинском есть, но сейчас покажу вам конкретно русский. Да ну, не гони. Вот. Все расписано, все показано, как что делать и тому подобное. Кроме иероглифов ничего не видел. Да. Накладные накладочки силиконовые. Так, что у нас здесь? Ну, название сверкани. JoyTech. Одна из самых крутых фирм. Ага. Это переходник от USB к обычной розетке 220 вольт. Так, что у нас здесь? Смотрим дальше. Так, ну, это мундштук одевается вот сюда вот таким образом. Еще один. Ну, кабель зарядки. Либо от USB, либо от компьютера, либо от сети. Так, и что приятно, в комплекте еще один испаритель. Очень хорошо. Вот. То есть как это все происходит? Это вообще сигарета или это? Это да, это космический корабль. Это 22 век уже. Сейчас курят такие. То есть это мы вставляем сюда. Сюда вот этот еще силиконовый мундштучок. Вот. Здесь выставляем напряжение. Чем больше напряжения, тем быстрее, конечно, испаряется жидкость. Получается больше пара. Что интересно, эти сигареты не запрещены для курения. То есть курить их можно в любых общественных местах. Ну, по-новому это называется уже не курить, а парить. Вот, то есть тут пар, никакого угарного газа, никакого, никаких смол, ничего, только немножко никотина. Есть вообще безникотиновые жидкости. Вот. Ну, соответственно, зарядочка. Это самое, которое убивает ложь. Да. Зарядка подключается сюда, то есть напрямую можно курить даже при заряжающейся сигарете. Вот это все. Аккумулятор 1300 мАч, очень мощный, практически на сутки хватает. Вот, вот такой вот приятный девайс. Матовый, довольно тяжелый.
Вот. Еще ничего не заливал. Как залью, попробуем. По жидкостям. Жидкость парламент. Вот, аква. И... Похоже на жидкость для снятия лак. Да, и кэмо. Вот, то есть заливаем жидкость вот этой одного флакончика. Один флакончик, так это блок сигарет. Вот. Блок парламента стоит, сколько сейчас, гривен 200-250, наверное. А вот такой флакончик 50 гривен, это еще без скидки. Вот, вкратце так, друзья. Как попробую, расскажу в следующем ролике. Пока вот получил, разбираемся, смотрим, что куда. Ну, где-то так. Ну и все, теперь укуримся. Укуримся, да. Короче, такая вот себе трубка мира. Вот. Спасибо Деду Морозу, Снегурочке, что сделали такой приятный подарок, не ожидал. И приятный, и полезный для здоровья. Вот. Да, вещица не дешевая, конечно, но что делать? Проверим. Проверим. Все, друзья, до новых встреч. Как попробую, расскажу в следующем ролике. Пока!